Друзья, всем привет! Приветствую всех на своем канале, подписчиков, гостей моего канала. Зовут меня Максим. Прошу прощения за то, что давно не снимал новых роликов. Больше месяца уже новые ролики не выходили. Не было подходящей возможности, подходящего заказа не было. Заказы все однообразные. Такие вот печи. Целая эпопея была с печами. Ритуальные оградки. В общем, все одно и то же. Снимать было нечего. Вот сегодня хочу маленько исправить ситуацию. Хочу сделать подставку для цветов. Большую подставку садовую в виде сердца. Порадовать свою жену. То заказы людям делаю. А для себя, как говорится, сапожник без сапог. Ну все, долго говорить не буду. Желаю вам приятного просмотра. Посмотрим, что у меня получится. Еще сам не знаю. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Впереди будет много интересного еще. Ну все, смотрим ролик.
друзья, вот что получилось. Садовая подставка для цветов готова. Выглядит просто замечательно, на мой взгляд. Краска грунт эмаль 3 в 1. Глянцевая, фирма Лакра. Друзья, прошу вас обязательно оценить это видео. Поставить лайк или дизлайк. Вам не сложно, а для меня сделайте большое дело. Поможете в продвижении моего канала. Пишите комментарии, задавайте вопросы, оставляйте свое мнение, подписывайтесь на канал. Желаю всем удачи, до новых встреч, всем пока!